Смотрите, отсутствие детского и подросткового кино – это одна из тех самых горестных проблем, для решения которых ничего не нужно. Они поэтому и так горестно отзываются в душе любого человека, которому не все равно, что в нашей стране происходит. Я одновременно носился с идеей детской программы. Я придумал, как визуализировать детские сказки так, чтобы это было интересно и технологично, не затрачивая колоссальные средства там, на создание 3D-картинки. Как сделать это просто? Меня никто не брал его. Я не брал эту идею, я долго не думал, почему. Но вроде так клево, пока мне не объяснили. О том, что существует закон, запрещающий прерывать детские программы для рекламы. Значит, для того, чтобы появилось детское кино, как минимум, нужно сначала отменить этот идиотский закон. Потому что если мы хотим, чтобы телевидение и кино было бизнесом, а не проповедью Самвона, финансируемое государством, то тогда нужно сделать так, чтобы этот бизнес мог существовать. Но в действительности это часть более сложного разговора о русском кино вообще. Но для начала нужно сделать хотя бы вот это.